Добрый день. Мы находимся на 15-м международном симпозиуме в городе Москве. Нас сюда любезно пригласила клиника Мегастрон. Хочу выразить свое мнение по поводу организации и проведения этого симпозиума. Наша команда приехала из красивейшего города Грозного, Чеченской республики. Я думаю, все знают эту республику, этот город. Команда врачей, техников, имплантологи, ортопеды. Мы очень рады, что мы попали на этот симпозиум. Здесь были прекрасные гости, врачи из Германии, с очень информативными докладами. Доклады содержательные. Много нового узнали. И хочется отметить, это личное мое мнение, что в современное время доклады не содержат не только научные достижения, но многолетний опыт этих врачей – это то, над чем и с чем они работают каждый день. Это очень важно в нашей работе. Мне нравится, что докладчики рассказывают о своих красивых работах, показывают слайды, но и не забывают говорить об ошибках, осложнениях, чтобы мы избегали этого каждый день в своей работе. Хочу отметить организаторов клиники «Мегастрон» Федора Федоровича Лосева, Владимира Федоровича Лосева, имплантологов, ортопедов, Жарков, Шарин, прекрасные врачи, отличные доклады, много познавательного, много информации. Все, что мы услышали, мы обязательно будем применять в своей работе. С клиникой мы работаем недавно, к сожалению, но я надеюсь на дальнейшую плодотворную работу и сотрудничество. Спасибо всем за прекрасную организацию.